Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня, через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальный количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра, не забываем поставить лайк. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И добро пожаловать в нашу, надеюсь, одну из последних серий нашего приключения, глобального приключения с покемонами. И если честно, я не знаю, ребята. В этой серии мы постараемся как можно больше прокачать покемонов, чтобы как можно больше их выложить и как можно быстрее закончить этот сезон, ребята. Во-первых, давайте не будем терять ни капельки времени, ребята. Ни капельки, потому что сейчас каждая капелька времени нам важна. И чем быстрее мы прокачаем наших покемонов, тем быстрее мы закончим этот сезон. Ребята, не забываем ставить лайки, не забываем подписываться на мой канал. Не забываем то, что когда выходит 500 лайков, сразу же выходит новая серия Pixelmon. И поэтому, когда мы закончим наш сезон Pixelmon, сейчас зависит от вас. Чем быстрее мы набираем 500 лайков, тем быстрее выходит новая серия. Чем быстрее выходит новая серия, тем меньше серии остается до конца сезона. Чем меньше серии остается до конца сезона, тем быстрее мы закончим сезон, ребята. Это во-первых. Во-вторых... С новым сезоном мы также сделаем, как в предыдущий раз, то есть, как мы делали. А когда на последней серии этого сезона мы наберем какое-то там количество лайков, как в предыдущем сезоне, да, там, например, 1000, 1500 или там 2000 лайков. Поэтому я таким много, ребята, ребята, эти нафиг прозрачные стены меня убьют. Скоро вообще выведут себя нафиг, я просто уйду с этого острова. Да, 2000 лайков это много, но на это, ребята, расчет и сделан. То есть, пока мы будем набирать 2000 лайков, я наконец-то отдохну от Pixelmon, потому что круглыми сутками Pixelmon, ребята, это можно просто-напросто с ума сойти. И пока мы будем набирать эти там 2000 лайков, хрен его знает сколько времени, я хотя бы отдохну от Pixelmon, да, в принципе, мы все отдохнем от Pixelmon. А может будет так же, как в предыдущем сезоне, когда я сказал... Когда мы набираем 800 лайков или сколько там было, сразу же выходит новый сезон. И мы за день, за два набрали там 1,5 куска лайков. Я вообще охренел. То есть, ребята, дайте ко мне отдохнуть хотя бы 1 неделю, 2 недели. Я думал, ну ладно, пока мы там 800 лайков будем набирать, пройдет там нафиг полмесяца. Хрен тебе, Эдисон, какие в жопу полмесяца. Держи тебе 1,5 куска лайков за 2 дня. Пили новый сезон, да? Поэтому, ребята, я не знаю, что вам в голову может прийти. Может даже в этом сезоне так же будет, что в этом... Прям чересчур как-то захотите новый сезон, и мы прям наберем 1000 лайков или даже больше там за один день, за два. Но это, ребята, тоже от вас зависит. Во-вторых, также скоро будет, наверное, новый дополнительный сезон с Тропикрафтом, да, или с Pumps Harvest Mod, или даже совместное. То есть, смотрите, ребята, мне будет нужна ваша помощь. Вы будете выбирать, какой основной мод сезона, то есть, или Pumps Harvest Mod, то есть, на еду, или Tropicraft на, ну, на тропике, можно и так сказать. Или даже совмещенное, то есть, и то, и то. И что, мне кажется, даже еще будет круче, кручим вариантом, потому что мы будем делать и одно, и сразу же будем делать другое. И поэтому мне кажется, что это будет намного... И мне кажется, что это действительно, ребята, будет круче, потому что мы будем делать и одно, и другое будем делать, и мне кажется, что это действительно будет намного круче. Поэтому не знаю, но также к этому мне будет нужна ваша помощь в комментариях. То есть, если я сейчас уже более-менее так знаю, какой будет следующий сезон, и, наверное, и с едой, и с... И с Тропикрафтом, но как бы выбор тоже за вами остается. Вот так, уже с Скармори мы прокачали, еще Меут остался. И Мачоп. То с дополнительными модами, ребята, я даже не имею ни малейшего представления. То есть вы будете мне, ну, буду очень рад, если вы будете мне помогать с дополнительными модами. То есть что от вас будет требоваться? Что у меня там падает? А вы под тем видео, где мы будем выбирать новые моды к новому сезону, вы будете мне оставлять
Какие моды вы бы хотели, чтобы я добавил еще в новый сезон? То есть, может, вы знаете какие-то там прикольные моды, например, например, да, на рюкзаки, да, что, естественно, наверное, можно будет добавить. Можно будет добавить там на улучшенные печки, как у нас сейчас стоит. Можно добавить будет на улучшенные сундуки, на освещение, на там еще разные, на машины всякие, на крылья те же можно будет добавить. Короче, на разные вещи, и, в принципе, вы мне действительно вот это будете помогать. Я надеюсь, что будете. И будете в комментариях писать, какие моды вы бы хотели, чтобы я добавил в новый сезон. Потому что вдруг вы какой-то там, знаете, нашли где-то там на самых крайних там просторах интернета какой-то мод, о котором никто не знает, но он настолько суперский, что прям с ума можно сойти. И вы бы хотели со мной этим модом поделиться, да, чтобы... Шаг, даже тут в земле нафиг. Вы бы хотели со мной тем модом поделиться, чтобы я его потом установил, как бы, в наш новый сезон, и чтобы я играл с тем модом. Мне кажется, действительно будет прикольно, потому что вот такие моды иногда, знаете, не самые популярные. Какие моды, о которых вообще никто никогда не слышал, никто никогда не знает, но оказывается, что они прям охрененные, да. Поэтому, ребята, может, вы знаете такие моды, и вы потом мне, наверное, я думаю, так поможете, да. Напишите в комментариях, какие моды вы бы хотели, чтобы я добавил. Во-вторых, ребята, я уже сделал себе 13 квикболов и вроде, да, немного левелболов, чтобы наконец-то пойти словить Джинкса. Я не делал много, не Джинкса, а мистера Майма. Я не делал много, потому что, ну, зачем? Будет круто, если мы хотя бы его так словим, и, в принципе, у нас уже даже больше никаких покемонов не нужно будет ловить. В принципе, у нас уже, наверное, будет целая коллекция даже. Так, 1, 2, 3, 4, Мунстон, ну, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Замечательно. Ребята, ребята, ребяточки, давайте мы, может, еще мяута, если у нас получится прокачать до конца этой серии, то... Мне кажется, будет круто. Мне кажется, будет круто. Потому что если мы прокачаем мяута, то мы в этой серии выложим трех целых покемонов. Там еще Шелдера нужно прокачать в Клойстера, да, с помощью водного камня. Это я, конечно же, не забыл. Но это мы сделаем, наверное, в конце серии. Не сейчас, а чуть позже. Ну что ты там? Прокачивайся. Персиан. Замечательно. 8, да? 8 Блисси осталось еще. Вот сейчас 8 Блисси, да. То было 9, сейчас 8. Сейчас 7. Замечательно. 7 Блисси, 5 уровней. 6 Блисси сейчас будет. 6. Ну, главное не перекачать Персиана. 5, вот так, замечательно, 5, о, 49 уровень, сейчас уже давайте лучше матчопа будем прокачивать, 5, 4, потому что когда там остается там 1-2 уровня, зачем мы будем тратить лишнюю близь, если мы можем пойти, например, прокачать ее же на том же острове, да? А если нам еще и матчопа получится прокачать, то мы вообще 4 покемонов нафиг, ребята, выложим, это круто будет. С Рейквазой. Я, наверное, ребята, сделаю так, как вы мне сказали под предыдущей видео серии. То есть, мол, Эдисон, ну нахрена, зачем ты будешь париться по поводу Райквазы? Зачем ты себе будешь там нервы портить, да? Зачем ты будешь там сидеть и продолжать сезон нафиг на 50 серий только за того, что тебе остался один покемон, который нафиг не спавнится? Зачем ты будешь себе нервы как бы портить тем, что... Легенда, которая тебе нужна, просто-напросто не спавнится. Зачем ты будешь себе как бы нервы, да, портить? В принципе, ребята, я в какой-то степени даже с вами согласен. Зачем мы будем париться? То есть, нам проще взять и нафиг положить большой и толстый палочку на эту Райквазу и просто-напросто даже о ней не вспоминать, ребята. Зачем мы вообще будем беситься по этому поводу, если возьмем и просто себе выдадим и как можно быстрее нафиг закончим этот сезон, чтобы даже не париться по поводу этой Райквазы. Я думаю, ребята, вы тоже меня поддержите в этом. И по сути, это же ваша идея была. Так, ребята, нам еще сейчас нужно, ну, хотя бы проверить ту же Райквазу можно. Хотя бы пойти посмотреть. А вдруг все-таки она заспавнится. Так, сколько там? 4, 3, 2... 1. Ну и давайте
2, 1, и все. Замечательно. Так, ну что? Ну что? Во-во-во-во, 3000, вот так вроде, да? И вроде, да, Sunflower Plains. Точно, нам еще мистера Майма нужно словить, а где он был? Где-то вот тут, да, далеко, да. Минус 5400, минус 7700. ТП, минус 5400, минус 7700. Допустим, вот тут, да? Где-то, ребята, вот тут. Я извиняюсь, если очень громко с этим джетпаком, вы сами знаете, там. Прибамбасы эти громкие у него. А, тут, в принципе, тоже есть вроде, да, Sunflower Plains, поэтому... Мистер Майм, ребята. Фух. Если у нас не получится сейчас его словить, то я, ребята, с ума сойду. Мне еще, наверное, нужно было все-таки сделать... А зачем это у нас, хрен его знает. Даскболы. Потому что, по сути, он же спавнится ночью, а даскболом мы, наверное, бы его очень просто словили и даже, наверное... не парились по этому поводу, просто-напросто простенько бы его взяли и словили. Так, это у нас там кто? Опа. Нужно вспомнить, ребята, пожалуйста, помогите мне вспомнить, кого у нас нету. Может, у нас нету каких-то очень простеньких покемонов, которых мы вообще забыли на них. Ход-ход у нас есть, я помню. Мне еще один человек писал вроде пару раз, что у нас нету Вайлмера. То есть это тот большой кит, который в океане. Он мне писал, что у нас нету Вайлмера. Ну, ребята, сейчас мы пойдем и посмотрим. Сфил у нас есть. Ну, в принципе, мне кажется, что все-таки Вайлмер у нас есть. Мы его давно ловили. А если нет, то у нас есть Сфил Шайни. Ой, я там видел мистера Майма, но он пропал, да? У нас есть Сфил Шайни, которого мы словили, как бы... Опа, стоять. Которого мы просто словили, да? То есть выкинуть обычного Вайлмера и взять Шайни. Мы это, наверное, сделаем, но мы это сделаем, ребята, наверное, без прокачки. То есть... Мы еще нафиг в пару раз продлим сезон, если мы сейчас будем брать, удалять старого Вайлмера, будем брать Шайни Сфила, опять Сфила эволюционировать в Вайлмера, потом опять брать... Только не говори, что Катерпи или тот шестой уровень убил 30-го, потому что тот его даже ни хрена не делал. Будем брать заново Сфила, удалять там 40-го уровня Вайлмера, и опять прокачивать... Давайте лучше... Все-таки вот так сделаем, потому что я не хочу перекачать. И опять нафиг с Фила эволюционировать Вайлмера. Потом потом опять прокачивать его до 40-го уровня. И потом опять вот это ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И это, ребята, ну, да не нужно. На этом принципе уже так и так нормальные. Ну, это, ребята, честно, очень долго будет. И таким способом у нас еще там куча таких же покемонов есть, которых... Нам нужно удалять обычных и брать шайни и прокачивать, ну, как бы, еще шайни, то, ребята, мы себе, честно, еще сезон продлим там так нахрен, ну, на серии 5 даже больше, ребята, поэтому, мне кажется, ну, просто не стоит, если честно. Мы лишний раз себе будем мозги запудривать, лишний раз будем баламутиться с этими шайни. Ладно. Твою мать. Вот эти джетпаки нахрен иногда баганые. 95 324 7600. Охренеть, ребята. Так, дайте-ка я шейдеры чуть-чуть выключу, потому что я ни хрена не вижу, что тут творится с этими шейдерами. Твою мать. Бэкпаки наши все. Нужно смотреть, потому что охренеть, мы так разбились еще круто на дереве, что сейчас это все вниз попадало, и хрен мы сейчас это где-то все найдем. Ну, вижу я тут, да, есть какие-то шмоточки. Все на земле, главное реактивный ранец, главное два... Мастербола, наши бэкпаки и джетпак, и все. Вот, мастерболы. Еще Порygon, точно, ребята, нам еще Порygon нужно сделать.
Так, один рюкзак есть, где другой рюкзак? И джетпак есть, рюкзак есть, шмоточки есть. Ребята, мы походу профукали второй рюкзак. А я не имею ни малейшего представления, где он. Ага, вот он. Да, вот он. Ху. Твою мать. Ну, вроде все, да? Больше тут... ни хрена себе, мы чуть экспешер не профукали. У нас единственный экспешер на целый сезон, нафиг. Жадина Пиксельмон, наверное, в этом сезоне нам пожмотился дать какие-то вообще экспешеры, да? Прикиньте, если бы мы еще даже вот этот экспешер профукали. Было бы вообще круто, если честно. Единственный экспешер, и то его профукать, да? Ладно. Мы потеряли нормально так времени с этими нафиг убийствами какими-то сверхъестественными, потому что упали с пару метров, убились. Ну как бы, тут даже, ребята, знаете, вот этот джетпак, если сейчас мы отсюда прыгнем на вот это дерево, то мы, наверное, ребята, разобьемся, потому что тут вот это какие-то нафиг... Ультра нафиг какая-то гравитация действует с этого джетпака, если ты его снимаешь, то прям сзади, пух, как будто ты нахрен с тысячи метров там падаешь, да, и убиваешься. Ну хрен его знает. Ну почему-то мне кажется, что действительно нужно было, наверное, все-таки даскаболы сделать, потому что вот эта скотина, ну прям никак не залезет ни в левелбол, ни в квикбол. Почему-то мне, ребята, так кажется. Вам тоже так кажется? Хоть ты бьешься против 70 уровня, ты 20 уровень, но ты и так хрен залезешь. Вот это я тоже немного подзабыл. А, хотя мы словили. Нормально. Квикбол, да, есть квикбол. Замечательно, ребята, мы словили мистера Майма. Знаете что, нам, наверное, еще нужно будет достаточно так полетать. Нам нужно будет еще полетать. А почему? А потому что, ребята, нам еще два яйца нужно разлупить. Разлупить, что я сказал, твою мать. Лучше бы так нахрен Райква заспанилась, как сейчас Суйкун заспанился. Круто. Спасибо, Суйкуша, но ты нам не нужен, к сожалению. Хотя как к сожалению, ну... Мне кажется, лучше бы было, если бы нам Суйку не нужен был, чем Райкваза. Потому что Райкваза, наверное, в 100 раз тяжелее словить. Чтобы она хотя бы заспамилась. Так же, как и в предыдущем сезоне, ребята. Кто смотрел, кто помнит, что за лаги там вообще нахрен были с этой Райквазой. Как она вообще спамилась или не спамилась нахрен. Или что она вообще там делала. Потому что она так странно заспамилась, что это с ума можно было сойти. Быстренько мы, наверное, еще сейчас потопаем на наш остров. Прокачаем двух покемонов. Точнее, два уровня. По одному уровню на каждого покемона. И, наверное, на этом, ребята, мы пойдем, будем выкладывать всех покемонов. Потому что мы выложим, по сути, 4 покемона в одной серии. Это круто. Вот сейчас уже утро, охренеть. Вот прям так... Пришли на этот остров тогда, когда уже сейчас утро будет. Покехилл. Быстренько. Нам еще мачока нужно будет прокачать в мачампа, да? Давай быстро. Я не знаю, вряд ли мы успеем, конечно. Успели. Вот так. Быстро. Вот. Райкваза. Что с тобой делать, зараза? Что с тобой делать? Я не знаю, ребята, честно. Я не знаю, что с ней делать, с этой Райквазой. Не знаю. Будем ждать, надеяться, что она заспавнится, хотя там шанс, наверное, такой. Уже и Суйкун в этой вот серии заспавнился, но Райквазу... Нахрен нам ту Райквазу, если у нас Суйкун есть? Потому что нам еще два яйца нужно вылупить. Кто там у нас еще? Манчлакс вроде остался и Флафа, да? Еще их, наверное, нужно будет сделать. Ну ладно, идем мы домой. Хрен, ребята, это Райква заспавнится. Я действительно, наверное, сделаю так, как вы мне говорили. Просто-напросто возьму. И выдам себе Райкваза. Давайте я выключу дождь.
Не хочу сейчас в дождю. И также в следующих сериях я, наверное, уже соберусь силами и сделаю очистку музея, чтобы вы все-таки знали, кто же у нас будет последним победителем, точнее, последним героем каким-то выжившим в нашем музее, кто не переставал комментировать и кто, в принципе, остался до конца, ребят. Это мы тоже потом посмотрим. Это выложим. В принципе, тут уже все можно выкладывать. Так, еще вот это нужно взять. И что еще? Шелдер эволюционирует. Ну, мачока. О, точно. Знаете, что еще, ребята? Вот что я забыл. Сейчас, секундочку. Вот. Вот. Вы помните, когда мы прокачали Электабаза в Электривайра, я забыл выложить шапочку. Я за это извиняюсь. Не думайте, что я там читер какой-то. Я сейчас выложу ее, ребята. Вот она. Удаляю. Чтобы вы не думали. Шелдер вот сюда. И прокачиваем нашего Шелдера, ребята. Сейчас мы посмотрим, каким он станет, да? Шелдерушка. 4 покемона за одну серию. Это круто, ребята. И в следующей серии мы будем пум-пум обменивать наших покемонов. С обычных на шайни. Просто-напросто будем заменять. В следующей серии мы уже... Нет. В следующей серии мы или... Будем начинать делать Пуригона, то есть крафтить компьютеры. Или же... А хотя еще Пуригон как ловится? Пуригон случайно не с Мастерболом ловится? Хрен узнает. А может. Мне кажется, лучше бы было тот Паркбол, который мы выбили и который нам, по сути, был не нужен. Лучше нам нужно было его сэкономить на Пуригона, потому что про Пуригона, если честно, я забыл, ребята. Ух, твою мать. А Жинкс, наверное, нужно было так же отложить, как мы с предыдущей серии отложили мистера Майма и словили только его в этой серии, потому что у нас не хватало покеболов, но я покеболы подготовил вне серии, и сейчас мы пошли его словили. Наверное, мне кажется, так и нужно было сделать и Жинкс. Просто-напросто забыть про Жинкс. И вернуться сейчас за ней уже с болами, да, с покеболами. Наверное, ребята, так и нужно было сделать. Я профукал паркбол. Ну, хрен его знает. Извиняюсь. Будем нафиг надеяться, что Пуригона может словить с обычным болом. Потому что если нет, это, ребята, жопа будет. Это будет жопа, если его нельзя словить с обычным болом, а если на него нужно паркбол или мастербол. Ух, я затупил нафиг. Лучше бы мы эту Жинкс просто-напросто отложили. Сейчас вернулись за нею, как... И за мистером Маймом тогда, когда уже у нас есть болы, да, ребята? Ну ладно. Так, мачок. Мачоком мы выкладываем. Яйцо еще даже не треснуло. Твою мать, да ты что, издеваешься? Кого... Так, кого нам там нужно? Да кого нам нужно? Мачок. Ага. Мачамп. Левел 40-й, да? Давайте посмотрим, кого мы, ребята, сейчас будем выкладывать. Клойстер. 40-й уровень. Скармори. 40-й уровень. Персиан. И также Мачамп. Замечательно. 4 покемона в одну серию, ребята. Это круто. Это очень круто. Так. 5-й бокс у нас уже прокачанный. Давайте выкладывать. Клойстер у нас идет вместо... О, нет, точно. Давайте я еще посмотрю, есть ли у нас Вайлмер. Если нет, то, в принципе, у нас есть Сфил, поэтому не составит большого труда, если мы сейчас возьмем и просто-напросто прокачаем Сфила. А что, у нас реально нету Вайлмера? Охренеть. Но спасибо, действительно спасибо тому чуваку, кто мне это написал, потому что Вайлмера у нас действительно, наверное, нету, а прокачать его, ребята, нужно. Пикачу, в принципе, можно удалять, у нас, я смотрел, Пичу есть, то есть, Пичу у нас в Покедексе есть, вроде, поэтому нам Пикачу не нужен. Так, кто у нас тут есть, это сюда. Давайте Анорита возьмем вместо Скармори. Скармори положим вместо Сиджилифа. Сиджилифа возьмем вместо Персиана. Персиана положим вместо Одиша. Одиша возьмем вместо Мачампа. И Мачампа положим куда-то вот сюда.
и вот это вот сюда. Так, а это вот сюда и вот сюда. Вот все, ребята. Даже в этом в шестом боксе у нас уже прокачанных, смотрите, до сюда, до персена покемонов. Практически половина. Нормально, нормально. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Еще одно яичко, потом еще одно яичко. Нормально, ребята. Справимся, мне так кажется. Фух. Аудиш, сейчас, ребята. У нас там вроде Вайлиплум есть. Дайте-ка мне минуточку. Да, Вайлиплум. Вайлиплум это, ребята, вроде с травяным, да? То есть сейчас нам нужно солнечным камнем, да? Или нет? Нам нужно солнечным камнем? Или с обычным Вайлиплум? Почему-то мне кажется, что Вайлиплум это с травяным камнем. А солнечным, наверное, другой получится. Давайте поставим, я не знаю куда, честно, у нас уже тут нахрен все забито. Давайте это сюда выложим. Так. Давайте посмотрим, если нет, то, ну, в следующей серии я словлю нового Одиша. Ребят, я извиняюсь, я просто честно забыл как-то. Так. Вот сюда. Да иди ты сюда. Смотри, сколько там боссов нафиг. А, точно, еще же в Глума нужно превратить. Точно, я как-то забыл. А, на этом, ребята, мы уже будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Точнее, больше лайков, больше серий. И тем быстрее мы закончим сезон. Ну, Rare Boss, Ultimate Boss. Ух, я не знаю, честно. Ну, давайте, ладно, еще попробуем. Ух ты ж нафиг, ребята, вы смотрите, что тут творится возле этого музея. Я надеюсь, вы видели вот эти лаги, которые... Твою мать, которые только что были. Даже я случайно вот этого Одиша нафиг выкинул и... Уф, ладно, короче, не хочу я туда сейчас, ребята, идти, там нереальные лаги будут, если возле музея у нас больше лагов, чем там. Ну да, там вообще куча будет. Поэтому, ребята, мы заканчиваем, еще раз скажу, подписывайтесь на мой канал. И вы сразу становитесь членом нашей семьи крутых перцев, ребята. Просто-напросто вступите в нашу семью, подпишитесь на мой канал, также ставьте лайки, ребята. Я не выпрашиваю лайки, лайки просто-напросто выбивают меня в топ и дают мне дополнительную мотивацию, чтобы выпускать новые видео. Не думайте, что я прошу лайки, на лайках я ноль зарабатываю, вообще на лайках никто никогда не зарабатывает, лайки... Так что, с вами, если вы не знаете, то я не знаю, как вам это нравится.